В Астане открылась уникальная выставка. Российские производители шуб и изделий из меха предлагают свою продукцию по летним ценам. В торговом павильоне представлены изделия из норки, ламы, песца, мутона и даже каракуля. Выставка пройдет во Дворце независимости до 31 июля. Середина лета – самое время задуматься о покупке зимних вещей. Ведь, как известно, в сезон отдыха на меховые изделия самые большие скидки. В эти дни в Астане открылась выставка-продажа уникальных шуб от российского производителя – компании «Союз Меха». Один из самых крупных и зарекомендовавших себя российских меховых брендов представляет шубы из норки, мутона, лисы, ламы и песца. Уже появились первые довольные покупатели. Поступив в университет, родители решили мне сделать подарок. Ну, здесь нереальное количество шуб, конечно. Хотелось бы выбрать несколько. Ну, девочки советуют, но я еще не определилась. Компания «Союз Меха» основана в 1988 году и с тех пор радует своих клиентов уникальными изделиями из меха самых разных моделей. Шубы особенно любимы казахстанскими женщинами. К тому же на выставке продажи присутствуют модельеры, которые подберут изделия по фигуре клиента, и эксперты, которые подскажут, как правильно выбирать верхнюю одежду, оценивать ее качество и пошив. При выборе шубы обратите большое внимание на качество меха. Мех должен быть шелковистый, плотный. При примерке шубы вам должно в ней быть комфортно и удобно. Попробуйте ее одеть, посидеть в ней, походить. Если не ощущаете никакого дискомфорта, значит, это шуба ваша. На выставке представлены как уникальные новинки сезона, так и классические модели и шубы прошлых сезонов, на которые действуют хорошие скидки. Каждую покупку, кстати, можно оформить в рассрочку. Помимо нескольких тысяч женских шуб и меховых безрукавок, здесь можно приобрести элегантные мужские шубы. Ценителям натурального меха предлагают большой ассортимент изделий из овчины. Выставка-продажа от компании «Союз Меха» проходит в Астане во Дворце Независимости. Продлится она до 31 июля. Поэтому у всех желающих еще есть время на приобретение шубы своей мечты. Лера Винбаржан Нарымбетов, Лаура Жанкабулова, Информбюро Астана.